Запись дубля. Добро пожаловать в Outlast. Это вторая часть прохождения. Меня зовут Одер, и мы начинаем. Остановились на том, что нас от... В смысле, откуда скинули? А, отсюда скинули. Нифига. Я думал, почему-то... Ну да, понятно. Так. Тут у нас пюрешка. Без котлетки. Так. Что за ресепшн-то? Ту-ту-ту. Морков Корпорейшн. И снова трубку кто-то не поклал. Не положил, я не знаю, как правильно. Так, у нас, кстати, цель новая. Выберитесь из лечебницы, откройте главную дверь через диспетчерскую службу безопасности. Надо диспетчера найти. Так. Документы у нас здесь. Па-па-па-па. Это что такое? Предоставить АБМ полный доступ ко всем сооружениям. И также невзирая на последствия. Хорошо. Очень все понятно. Мне, например, очень даже. Так, смотри. У нас есть вот здесь вот это. Лифт. Через лифт было бы, наверное, быстрее. Камеру не хочу отключать. Так, вау. Это у нас этот герой. Ладно, хорошо. Мне нужно что-то выбрать. Куда идти? Так, снова кого-то здесь нагнули. Так, здесь пусто, нету ничего интересного. Так, подожди, здесь ограждение. Куда мне идти? О, красиво, кстати, место. Компов очень много, я люблю. Так, кто-то сложился. Свои там ногти, шнурки завязывает, окей. О, это такие гитарист. Так, что мне там? А, ты Человек-паук, да, Спайдермен. Спидермен. Упс, сори, осуждаю. Так. Нету нифига. Там-там-там-там-там. Что у нас здесь есть? Да что ты будешь делать? Нету нифига. О, документы есть. О, тупик. Я не хочу все полностью читать. Так, это Уокер, Маунт Мессив, проект Валеридер. Ограничено ввиду нанесенных им себе повреждений. Мазохист, как я. Так, обширный кожный высыпание соответствует типичной особому в Афганистане психологические травмы. Хорошо, спасибо. Так, подожди. Здравствуйте. Я оттуда пришел. Блин, я бы назад вернулся. На самом деле. А что за тень такая гигантская? Подожди. Что за Майнкрафт? Вот, туалетная бумага, блин, навес золота прям. Тихо, тихо. Ты похудей меня будешь, парень. Ух, какой я. Опа! Тихо, тихо, тихо. Вы это, меня в гости приглашаете? О-хо-хо. Можешь по... Ну ладно, тебе и так удобнее, я так полагаю. Опа! Здрасте. Куда мне дальше идти? Мне сюда, что ли, надо? Так, подожди. Что я там подметил? Повсюду трупы, кровь. Ага, это было. Овощи сидят кучкой, пялятся в пустой экран, выглядит как пациенты. Они пережили что-то. А, что здесь произошло? Ну, похоже, на чердаке у них совсем пусто. Пока не сыграл в чердак. Так. Блин, я бы в других местах. Я, мне кажется, на первом этаже еще не был. Я смогу сюда? Опа. Здорово. Тихо. Захлопни дверь. Так, что здесь такое? О, смотри, это диспетчерская. Я нашел ее. А, снова. Это жидкость. Томатный сок. Выберитесь из лечебницы, откройте главную дверь через диспетчерскую службу безопасности. Так, а батареек нету? А то у меня одна, мне бы не помешала. Так, хорошо, хорошо. Так. Закрыто. А чего уж ожидать-то? Еще, опа, портрет. Мостик, ладно. Ничего интересного. Так, я так полагаю, мне надо в обратную сторону идти. Хорошо. Так, меня никто не ждет? Хорошо.
Ёпта! Ха-ха, друг, что ты делаешь? Вытащи их, пожалуйста, доктор мертв, вырви их, ты должен мне помочь. Что ты делаешь со мной? Мужик, успокойся, не надо. Ты жить должен, а не так страдать. Извини, парень. Все хорошо. Подожди. А вдруг я должен про тебя... Буду что-то записать, нет? Ты меня не заставишь. Я тебя не заставлю, хорошо. Заставит кто-то другой. Жди, кто-то придет. Опа, ты смотри. Какие все странные немного. Это немножко... Что-то с глазами у них совсем не то. Какие-то неудачные пересадки сделали. Ладно. Тихо. Погнали. Let's go. Так, куда мне идти дальше? Так. Тихо. Кто-то ходит? Так, я здесь был вроде бы. Да. Погнали в другие места тогда. Нет, там туалет. А в это место я могу попасть? Нет, не могу. Выломать тоже. Опа. Ну мне... Я туда хочу. Тихо. Куда я забрел? Подожди. Парень, подожди, я это... Тут ботинки почищу. О, ёпта! Ты кто? Что с тобой случилось? Интересно. Этот друг меня увидел, нет? Ужас. Кто-то слишком долго на унитазе сидел. Тихо, тихо, тихо. Фу. Здорово! Как тебе? Хорошо? Ну ладно, не буду мешать. У тебя туалетная бумага есть, я проверил. Блин, кто-то слишком пересидел. Хорошо. Так, друг, ты где зависал? Опа. А какое задание? Через секьюрити мне надо как раз таки. Я так полагаю, мне сюда. Давай дверь закроем. Так, все? Есть батарейка? Ну так неинтересно. Чтобы открыть главную дверь, нажмите левую кнопку мыши. Ну давай дверь откроем, посмотрим. Там-та-дам. О, какой я хакер, ты смотри. Все, пожмякал, все. Опа! Привет! А ты что делаешь? Не надо так, друг! Я темноты не боюсь, не напугаешь. О, тихо, кто-то идет. Кто-то идет. Чтобы выйти, нажмите левую кнопку. Блин. Интересно, я мог выбежать? Вау. Давай пока что я почитаю. Верзила выслеживает меня. Нашел в доске Крис Уокера. В прошлом военного полицейского. Несколько боевых заданий в Афганистане. А, я тогда документы читать не буду. Вся эта кровища здесь во многом дело его рук. Впрочем, не только его. Понял. Спасибо. Какой я умный. Ты где-то тут, поросеночек. Я тебя отыщу, шлюшка. Ха. Друг. Ты меня почти нашел. Уйди отсюда, я это. Да, да, да. Зрячий ты мой мальчик. Ну, дальше стоять будешь. Я так полагаю. Подожди, задание какое? Перезапустить в подвале. Подвал это вниз. Так что. Раз, два, три. Побежали!
Вот сюда я так... Да-да-да, сюда, в подвал, по-любому. Все. И... Вот еще документы. Так, подожди. Есть что-нибудь интересное? Так. А, ох, как здесь со светом все хорошо. Так. Storage room, electric room, machine room. Вот здесь. Что мы где, когда имеем. Так, ладно, погнали. О, тихо. Какой густер? Кто там? Кто там? Зашибу, я не буду смерти, я вообще ничего не боюсь. Он где-то слева. Так. Побежали куда-нибудь. Так. Так. Опа. Чтобы включить насос, нажмите левую кнопку мыши. Ладно. Так, есть батарейки? Так. Давай здесь спрячемся. Кто-то идет. Кто-то ломится. Я слышал... Опа. Блин, не знаю, с освещением рубиться. О, здорово! Я тебя не знал и не звал! Что ты мне делаешь? Ты мне зуб выбил! Твою Машку за ляжку! Друг, зачем? Хм. Так. Что делать будем? Так, чтобы переключить через что-либо, нажмите пробел. Густер, густер, да, согласен. Так, вот генератор. Включить без насоса и центральный включатель. А-а-а. Центральный включатель, хорошо. Это вот насос один. Где второй насос? Вот здесь второй насос будет. Вот второй насос. На, включил. Молодец. Ой, здорово, привет, друг. Спокойной ночи тебе. Но ты вроде бы туда не зря меня повел. Спасибо, что проход освободил. На, спокойной ночи. А я пока лягу, посплю здесь. Под кроватью. Вместо монстра. Ты где-то рядом, совсем близко. Да, у меня вон лицо подсвечивается этим синим пламенем. У тебя здесь батарейки есть, друг? Оставь батарейку вон там на полке. Серьезно, ну зачем ты так со мной? Давай посмотрим, что здесь у него есть. О, еще дверь одна есть. О, прикольно. О, батарейка. А есть еще одна? Так, а куда это я пришел? Скажи-ка мне. Так, а здесь закрыто, так неинтересно. Так, я здесь был, здесь виселица веселая. Подожди, я запутался. О! Так, он где-то рядом. Вернулся в обычное положение. Ах, не повезло мне с тобой. О! Привет, ты уже тут. А, ты Циклоп. Привет, Циклоп. А дубинка у тебя самодельная? Видать, отправился на небеса. Да, я летать умею. Друг спрятался?
Ну, куда ты ушел? Все, что ли? А, ты уже по воде там ходишь где-то. Как-то слишком быстро ты туда. До воды добрался. Так. Вот сюда. Так, сюда. Так, здесь что у нас? Здесь у нас генератор. Давай поставим и сразу к нему побежим. Так. Вот так, здорово! Не! Давай прямо. Вау! Щет! Тихо, тихо, тихо. Ты меня серьезно не видишь. Привет, доктор! А! А, здорово! Я еще могу! На! Спокойный! Дай теперь подумать, куда мне надо бежать. Не надо, наверное, туда. Давай. О! Здорово! Вот, моя миссия выполнена. Все. Диспетчерскую службу безопасности. Погнали, не туда. Так, не туда, вот сюда. Вот, все. Я сумел, да! Так. Ах, вот здесь. Ну ладно. Давай. О, сохранение есть. Все, отлично. Мы вышли уже из подвала, отключили генератор. И ждите. А, это я. Ждите следующую часть. Если вам понравилось, ставьте лайк. Не понравилось, дизлайк. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Надеюсь, вам очень понравилось. Пам! Yes, they bought land. Oh dear.